Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее стихотворение называется «6:39:45». 6:39:45. Все начинается опять. Вновь выхожу на сцену я. Вокруг родные и друзья. Царит добро здесь и уют. Друг другу очень рады тут. А дело, дорогие, в том, что эта сцена — второй дом. Здесь раз в неделю мы поем, стихи читаем, пиво пьем. Хочу заметить вам, друзья, жизнь продолжается не зря. Через неделю снова здесь. Предстану я, какой я есть. Сейчас же, завершая речь, скажу вам всем до новых встреч. До новых встреч, ребята. Приходите на мои концерты, на мои выступления. Увидимся, поговорим. До встречи.